Всем привет, меня зовут Настя, я из команды Outcast. Сегодня я буду рассказывать 20 фактов о себе. Факт номер один. Я не пью и не курю. Факт номер два. Я завишу от еды и могу есть столько, пока мне не начнет тошнить. Факт номер три. Мой рост 165 см. Следующий факт. Я задрот. Больше всего я играю в шутеры и хоррор-игры. Я могу этим заниматься просто дни напролёт. Я не люблю слишком накачанных парней. Они какие-то слишком секси для меня, мне сразу неловко становится. Факт номер шесть. Я умею шевелить ушами. Следующий факт. Я люблю слушать странные песни. Это мое хобби, находить какие-то неизвестные треки. Если хотите, можете оставить внизу в комментариях вашу любимую песню, и я ее обязательно послушаю. Следующий факт. Когда была маленькая, я занималась бильярдом. И однажды довела мальчика до слез, выиграв у него партию. Следующий факт. Когда мне было 12 лет, я чуть не утонула, героически спасая свою сестру. В детстве я дружила в основном только с мальчиками. И поэтому девочки в третьем классе объявили мне бойкот. Женская дружба. Факт номер 12. Я люблю ночь. Я сам себе прихожу. Покрасить, постричь, это я могу. Я умею мурлыкать. Короче, 16 лет у меня был свой бизнес. Целых 2 года. Факт номер 16. Я пунктуальный и ответственный человек. Следующий факт. Я да не приличаю мини-пэд. Я очень люблю дождь, потому что в нем можно спрятать свои слезы. Больше всего людях меня подкупает искренность. Мой девиз – ты делай себя сам. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. С вами была Настя из Outcast. Оставляйте свои любимые треки в комментариях, ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь. Пока!